Я хочу есть. Я тоже хочу есть. Я хочу есть больше. Я бы съела кита. Я бы съела. Девочки, не ссорьтесь. Вообще-то это моя задача соревноваться с Ренбоу. Уже нет. Не забывай. Тебе вообще-то характер поменяли. Так что иди там занимайся своими фермерскими делами. Так вот о чем мы. Вы не забыли, что сегодня будет гонка? Точно гонка. Моя машина будет быстрее. Нет, моя. Итак, у вас есть два часа, чтобы собрать свой собственный болид. Время пошло. Я спроектировала это 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель с мощностью 1200 понятчих сил. Теперь нужно подумать над аэродинамикой. Это никому не переплюнуть. Одна ракета делает вжик, много ракет делают вжух. Приготовиться, наш. Ну что ж, победила дружба. Я была дружнее. Нет я, ПФФФ не смеши. Изи пизи. Итак, смски. Сегодня я вам покажу фокус. И для этого мне нужен доброволец. Пять добровольцев. Думаю, вы подойдете. Встаньте на этот стул, пожалуйста. Сейчас я смешаю эти три зелья после чего сделаю фокус. И эта табуретка исчезнет. Ты уверена, что это безопасно? Нет, но также веселей. Зап. Упс, кажется, возможно, что-то пошло не по плану. Я знаю, мне нужна книга заклинаний. Там точно есть ответ. Держи. Ну что, все было бы гораздо проще, если бы я разбиралась в заклинаниях. Кажется, я придумала. Я сама выпью зелья. И узнаю твой, что мне делать, я гений, встретимся на той стороне. Ну что, Рар не вернулась, нет, кажется это надолго. Слушай, я так подумала, а какой смысл в фокусах, в мире где есть единороги, которые и так могут творить всякую магию, не знаю, но так надо.